Султан нарисовался. Ага. Наверное, к Джуне пришел, Джуну проведали. Джуни пришел в гости. Да, к Джуне пришел в гости. Да, пришел проведать Джуну Султаша. Странно, что Султан один. Алекс там что-то вот в куче гребется. И Зевс там. Я говорю, Алекс уже кучу разрывает вот там. Вон они ласкаются, Зевс и Алекс. Чуть приближе. Еще привезли, наверное. Наверное, еще привезли. Да, еще привезли. Так, Султаша, Джуна. Так, там Зевс. Алекс валяется. Так, молодые Лёвушки. Еще, наверное, привезли, да? Угу. Да, еще, видите, вот привезли земля-то или навоз. Еще привезли. Может, земля такая? Еще привезли вон на машине. Им же интересно, пошли смотреть, да. Пошли Левушки смотреть. Да, солнце уже село, сейчас уже темнеть будет быстро. Да, вон высыпают, видите? Так, а там Зевс и Алекс. Да, высыпали вот кучу. Лёвушки, текайте. Не боятся машины? Что же он не сложился свой? Не знаю, что он не сложился. Все, уезжает машинка. Уезжает. Так. Это Алекс, Алекс молодой, да, вот возле кучки. Наверное. Вам развлечение, да? Такой пар. Пар изо рта, да, уже холодает к вечеру. Алекс. Наверное, удобрять что-то будут, да, я так думаю. Навезли. Султан. Джуну пришел проведать. Где? Скорее всего, Алиса. Да, Алиска идет. Вон она. Редиска. Алиска, редиска.
Все, Алиска в кучу бахнулась. Угу. Так, ну надо как-то Зевса с Алексом отдельно выловить и угостить. Они у нас сегодня не угостили. Рано утром. Давайте попробуем, потому что сейчас нереально это сделать. Нереально, нет, конечно, они все тут. Этих мы угощали просто уже всех. Так, тогда попробуем утром, да, завтра еще. Может, они будут отдельно как-то. Ну, Алекс с Зевсом все время здесь находятся, да, сегодня целый день. На этой территории. То на пляже, то здесь возле самолета. Султан занюхался. А молодежь утром была, что могли, да? Да, может, да. Вот на львином пляже. Может быть, да. У него самой пар изо рта идет. К вечеру уже холодает. Днем тепло сегодня, да, было? Прям даже жарковато, можно сказать. В курточке было. У меня маленький холодильник.